Посмотрите, как он прекрасно поддерживает грудь. Просто вот, вот как, да. Смотрите. Открытая зона декольте. Опять же, обратите внимание, все, что надо, прикрыто. Все, что надо, открыто. А, прекрасное кружево, вот такие реснички. Дополнительно. Совсем небольшой поролончик, то есть он вообще не придает объема груди. Смотрите, здесь есть такая очень интересная штука, резиночки, да? Они постепенно переходят на плечи, тоже очень плотные, но в то же время они не врезаются. Видите, с этой стороны они не гладкие, а тоже бархатистые. Дальше резинка у нас проходит по чашке, то есть вот эта резинка, то есть тянется, да? И она создает дополнительную поддержку с бочков. Не три крючка, а целых 4 крючка. Опять же, пояс из эластичной сетки, но в то же время, смотрите, она дублирована этими резиночками. То есть сетка, она не растянется.